сейчас ждем гитариста, не гитариста, а скрипача, известного Митю Хромцова. Вот, я просто тяну резину, чтобы публика не разбежалась, потому что я его лично пригласил. Я хотел их соединить вместе, Гарика Осипа и Митю Хромцова, с которыми тут я с обоими выступал. И с Хромцовым Митей. Это «Добрая ночь» ансамбль, лидер этого ансамбля. И вот с Гариком Осиповым. Ну вот сейчас он где-то явится, но еще больше не давать. Давайте пока про моряков. То с севера, то с юга. То с севера, то с юга приносят волны друга. То мачта, то труба торчит в порту. На берег сходят хмуро коряги мореходы. А через час они уже в верту. Мы мариманы, веселый народ. Все пароходство пляшет и поет. А на Невском гирлянды огни. Там можно встретить подружек и друзей. И на Невском гирлянды огни. Там можно встретить подружек и друзей. Прошли мы штормы бури, но что же, что мы хмуры? Сегодня мы вернулись в Ленинград. Сидим мы в ресторане, не позабыв о маме. Мы бьем и пробиваем все подряд. Мы мариманы, веселый народ. Все пароходство пьяшет и поет. На Невском гирлянды огней. Там можно встретить подружек и друзей. Я же там спою, не случайно.